Здравствуй. Конечно, проходи, проходи. Я сейчас как раз свободна. Как твои дела? Рассказывай. У меня все прекрасно. Правда, кое-что произошло, но я тебе попозже об этом расскажу. А пока устраивайся поудобнее напротив меня. Я начну с легкого, приятного массажа твоей головы. Давай будем приступать. Так, вот так я плавно и аккуратно буду запускать пальцы в твои волосы. Приступим к расчесыванию твоих волос. Так. Так, голову вот так вот держи. Прямо. Так, так вот. Легонько, аккуратно я расчешу. Thank you.
очень достойно. Начнем делать прическу. Так, я вот тут вот спереди, давай с этой стороны немного, пожалуйста. Да, вот в эту сторону развернись. Так, тут какая-то тюка, наверное, сначала с боковой. Сейчас я вот так вот прокручу. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, какая она есть. И важен каждый прожитый день. Да, есть о чем задуматься. Это правда. Знаешь,
ощущаешь на корабле? Как твое самочувствие? Все в порядке? Слава богу, у меня тоже все в порядке. Потому что плавание такое достаточно долгое в этот раз, да. И сейчас
с тобой пойдем вниз на ужин. Да, сначала я сам бутёк усовершенствую тут некоторые. Некоторые завитки нужно выставить в более правильном направлении. Совсем. Все мы узники и заложники.
массаж головы. Это поможет снять напряжение. Да, порой вампиры тоже нуждаются в заботе. Пойдем. Смотри, какая милая вещица. Давай сожжем ее. Переходить к более мягкому массажу подушечками моих пальцев. Да. У тебя такие красивые волосы.
разворачиваться обратно я мягкими и плавными движениями продолжу наш массаж.
Сейчас я буду делать тебе приятный, расслабляющий массаж головы с помощью вот этого массажера. Устраивайся поудобнее. Можешь голову немного наклонить, но так, чтобы тебе было комфортно. Давай будем приступать. Массажными движениями запускать массажер в твои волосы. Сначала вот тут вот спереди, сверху, с боков. Потом будем постепенно переходить на макушку. Затылок. Так, я вот тоже буду с одной стороны работать массажером, а с другой стороны рукой, так, чтобы всей голове было приятно. Я к тебе подойду.
пересесть в кресло рядом. Вот сюда. Да, сейчас будем мыть голову с шампунем. Так, да, присаживайся. Располагайся. Удобно так? Удобно. Хорошо. Сейчас я намочу твои волосы. Thank you.
середины и до самых кончиков, особенно. Особенно тщательно, конечно, я нанесу маску на кончики. Тут очень важно, да, потому что вижу, что кончики буквально немножко, но сухие. Надо нам кончики, твои кончики напитать. Смотрю, что тут у нас. Хорошо, я думаю, что можно смывать. Так. Так, такой слегка прохладной водой я смываю маску, чтобы результат был более качественным. Увлажняющий спрей.